Всем привет, на канале Мосали. Сегодня в работе у нас Шкода Рапид. Автомобиль уже разобрали, поверхность подготовили к проклейке, все обезжирили. Вот так у нас выглядит штатная шумоизоляция на данном автомобиле. Голые арки со стороны крыла, немного вибро на арках со стороны салона, голое крыло по правой стороне. Минимально завидный пол багажника, можно сказать, практически вообще нет. Вот такая огромная площадь металла и голый металл. И как следствие шум в салоне, вибрации идут. Так, по салону, вот место у нас под задним сиденьем, тоже практически голый металл. Ну и та же самая картина в ногах задних пассажиров, передний пассажир, везде небольшие полосочки вибро. И на этом все. Автомобиль сам по себе является шумным, ну и нуждается в дополнительной шумоизоляции. Голая крыша авто. Такие вот площади на автомобиле вообще ничем не обработаны. Двери автомобиля, ну в дверях вибро присутствует, хотя вот под колонкой ни одного кусочка. Передняя водительская дверь тоже. Прямоугольник небольшой в соотношении с такой дверью. И на этом все. Все исправим, все проклеим. Приступаем к работе.